Друзья, представляю вашему вниманию входную металлическую дверь «Венеция с зеркалом». Внешняя отделка выполнена из СНДФ 16 мм в цвете тиковое дерево, имеет глубокую фрезеровку и выборку в панели под фурнитуру. Верхний замок имеет автошторку. В вашу квартиру не будут поступать запахи и шум. Нижний замок защищен броненакладкой. Изделие комплектуется качественной фурнитурой. Ручка Росса, производство Россия. Толщина полотна 115 мм. 90 мм по металлу плюс две панели 16 мм. Панели имеют загиб 180 градусов, что позволяет нам гарантировать, что пленка со временем не отслоится. Замки утоплены в полотно. Изделие имеет три контура уплотнения, два на полотне и один на коробке. Внутренняя отделка выполнена зеркалом. Приобретая данное изделие, вы можете не бояться, что его разобьют маленькие дети. Это ваша безопасность. Такого, что покажу сейчас вам я, не покажет никто. Цвет панели дуб Филадельфия. Панель также имеет выборку под фурнитуру. Противоёмные штыри из нержавеющей стали. Выкрас коробки и полотна шагрень черная. В комплекте изделие имеет металлический эксцентрик, что позволяет регулировать притвор. Приобретая изделие «Венеция с зеркалом», вы покупаете дверь, которая долгие годы будет приносить вам радость и радовать глаз.